Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор CC-крема для волос от компании Oriflame. Почему я выбираю это средство? Оно многофункциональное, ухаживает за волосами, питает их, защищает от внешних негативных факторов среды. Оно прекрасно подходит для высушивания волос феном, защищает их от, делает термозащиту. И очень здорово снимает статику, то есть если у вас волосы пушатся, разлетаются, то он прекрасно их собирает все вместе, они становятся гладкие-гладкие. Вот смотрите, я голову помыла, да, волос у меня сейчас такой неровный весь, он чуть-чуть подсох самостоятельно. И этот крем рекомендуется наносить или на влажные, или уже можно на сухие волосы. Но я все-таки люблю, когда они уже чуть-чуть подсохли, немножко еще влажные. Крем не надо взбалтывать, потому что он крем, действительно. Его наносим на ладошку, он распыляется. То есть я наношу несколько нажатий, делаю, растираю на ладонях просто. У меня пальчики, ладошки все влажные. И я начинаю аккуратненько просто его распределять везде по волосам. Если у вас корни очень жирные, не трогайте корни, если они быстро жирнятся, то придется часто мыть голову. Ну, я еще немножко добавлю, потому что волосы густые и длинные, и немножко побольше на кончике. И после того, как я волосы высушу, мы покажем, какой произошел эффект. Я в ванну. Итак, что же получилось? Я волосы высушила просто феном, специально не вытягивала расческой, то есть ничего не делала, просто феном посушила и расчесалась. И вот какой эффект. То есть волосы стали такие гладкие, они легко вот прям вот струятся, не путаются. Мне очень нравится, как пахнет этот крем. То есть от волос такой тонкий, сладенький аромат исходит. Мише, кстати, тоже очень нравится. И я этим кремом пользуюсь достаточно давно, я и моя дочка. То есть как он вышел, мы постоянно заканчиваем, мы новый флакончик покупаем, потому что эффект очень нравится. И если у вас сухие волосы, если вот кончики такие, как жухлые становятся, видно, что им не хватает питания, то пользуйтесь CC-кремом, он действительно увлажняет очень хорошо и ухаживает за волосами. Спасибо за внимание, с вами была Лилия Донскова, пока-пока!